не понимаете содержание стихов Цветаевой абсолютно. Это я вам могу сказать с полной уверенностью, потому что я изучал творчество Марины Ивановны. Ну и потом, конечно, слушая гениальное исполнение этой композиции Аллы Пугачевой, вот, которая все как раз донесла так, что вообще невероятно, как в принципе можно было это спеть. Но она это сделала. У вас даже в голосе, в тембре не было вот этой фатальности, этой многослойности повествования. Да вы вообще ничего не поняли. Нет, конечно. Сереж, секундочку, Сереж, да я подумал, что ты сейчас выйдешь к Ане и скажешь: Аня, да вы вообще не достойны петь это! Аня сидит с соседом, который знает Цветаеву от и до, фанатеет от Пугачёвой, и тут я тебе спою. Вообще не подготовлен. Я не от и до знаю Марину Ивановну, от и до ее знать просто невозможно. О, стоп, я не хотел тебя цеплять за живое. Зачем? Я вперше ніби почув колосальної краси твір з ваших уст, і вам я не можу відмовити. Да. Ніно? У мене да. Від мене так, і ти йдеш далі. Спасибо большое. От соседова было отлично, прекрасно. И это соседа прочитал только вступление к лекции, чтобы ты знала. Ой, вкотре повторюю, что на X-факторе можно плакать только от счастья.